Пацаны, вы что, совсем сошли с ума на самоизоляции? В смысле? Мы вообще-то хотим свободы, масштабов и завоеваний. Ты сломал мой самолет, ты сломал мой танк. Да твой танк вообще дешманский, мой самолет намного дороже. Это была моя... Я, конечно, все понимаю, но мне кажется, такими методами у вас ничего не получится. У меня есть идея, как решить этот вопрос намного круче и интереснее. Что может быть круче и интереснее вот этого? Погнали, покажу. Погнали. Вот тут, парень, есть все, что вам нужно. Дима, ты зачем на War Thunder показываешь? Мы в него и так каждый день играем. Кстати, Даня, мне родилась крутая идея. Раз ты сломал мой самолет, а я твой танк, то предлагаю продолжить нашу битву в War Thunder. Неплохая идея. Только чтобы было и намного интереснее, мы устроим какое-нибудь собой соревнование. И кто, например, больше делает киллов, тот загадывает тебе какое-нибудь испытание. Что думаешь? Давай. Ну что, Даня, готов выполнить все челленджи? Я, конечно, начну с простого, чтобы ты сильно не напрягался. Для начала я тебе выиграю на самолетах, потом пойду в твою стихию и выиграю тебя на танке. Может быть, ты меня в картонке и выиграл, но в War Thunder я играю больше, и тебе точно капец. Ты понимаешь, что играть больше, это не значит лучше. Я летаю на самолетах каждый день. Знаешь, что нас ждет в первом задании? Mm-hmm. Кто больше всех собьет самолетов, тот победит. А знаешь, какое испытание? Обмотаться пищевой пленкой и присесть 10 раз. Это все? Я же говорю, что начну с легкого. Готовься приседать. Даня, тебе конец, у тебя нет шансов. Кстати, крутая карта. Согласен, мне тоже нравится. Окей, Виталик, ты зря выбрал этот самолет и попал со мной в этой карте. Ему конец. Виталик, если смотришь это видео, прости. Виталик, не уходи. Виталик, по мне тоже стреляет. Ой-ой-ой. Попал, сбит! Ха! Минус один. Конец. Уже один? Да, это вас бил. Лечу за следующий. Ой-ой-ой, что это за выстрелы? Ага, красиво. Так, разворот. Да он слишком быстрый, брыль. О, я попал. И вас били. Хорошо так делать, нехорошо. О, я сбили. Нет. Он не стреляет. Я тебя сейчас спасу. Леша, давай. А где? А вон, снизу вижу. Вижу. Это не он, это не он. Вот тут еще один есть. Я его сбил. Два. Ой, хорошо, идем, хорошо. Он это стреляет. Так, у меня тоже. Я загорелся, нет! Джонни, тебе от меня не уйти. Все, я потерял все самолеты. У тебя последний закончился? Да. Ты выпендривался, значит, вначале. А теперь ты проиграл. Блин, меня подбили, но все равно я победил. Ты готов приседать? Я готов, все равно задание легкое. Ну, я успею отыграться еще в танках, так что пойдем выполнять. Смешно. И мы в танках, конец. Ну что, солдат, на позицию? Готов обернуться в пленку и присесть 10 раз? Я готов. Что, солдат, как ощущения? Ну, хорошо, сэр. Жарковато становится. Знаете, как я себя чувствую? Как чемодан, который запаковывает в аэропорту. Опа, закончилось. О, кстати, давай-ка проверим этот на прочность твой костюм. Давай. Реально прочный, да? А теперь приседай 10 раз. Не вижу. Один. Ну, кстати. Два. А выпендривался вначале так как? Три. Четыре. Пять. Шестой раз. Шесть. Семь. Восемь. Ноль на ноль. Давайте помогу. А? Ну ты же. Давай, я сейчас. Что же такое тяжело? Еще два раза. Один. Воу, ну за это надо поставить лайк, красава! Ну что, солдат, как ваши ощущения? Жарко, капитан. Я не капитан, я всего лишь пока рядовой. Пока что. Ну что, Лёх, теперь мы на моей территории, так что тебе капец. Челлендж будет заключаться в том, кто меньше всего захватит точек, тот окажется в муке. Ты сказал все, да? Ты готов быть в муке? А, я? Да, это ты. Ну все, Даня, тебе конец. Мы посмотрим сейчас. О, этот снежок есть. Всегда, кстати. Можно писать в инстаграм. Такая реалистичная графика, все можно кружить и ломать. Блин, вообще клево. Вот мне надо захватить точки, мне не надо никого убивать даже, мне просто надо захватывать точки. Мы уже захватили точку А. И Б как бы, но я не захватил, я там не был. А я там захватил. Серьезно? Да. Блин, не круто, я еще могу отыграться. Поехали. Я уже на точке Б. Зона захвачена. И... 1-1, нет, Даня, 1-1. Нет, так нечестно. Так он это стреляет. Пожалуйста, убейте его, пожалуйста. Нет, не убивайте меня, я вам ничего не сделаю, я хочу просто дружить. Я хочу просто победить в этом челлендж. Ему конец. Нет, он быстрее. Ой, меня кто-то подстрелил. Стреляйте мне быстрее. Нет, не стреляйте, пожалуйста, мне надо доехать до точки цели. Еще немножко. Ты уже там. Давай, я же на...
захвачено. Нет! We are the champion! Но это же ничего не значит. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. У тебя есть шанс посмотреть? Я сбил самолет! Что танка? У нас захват точек. Меня сейчас теперь убивают. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Но зато смотри, я уничтожил наземную цель, я захватил две зоны, я помог убить двух и мог 1400 очков. Ну что, Даня, готов уколоть свое лицо прямо в муку? Конечно, готов. Блин, я на своей же территории проиграл. Это как вообще возможно? Я не понимаю. А я говорил, что главное немного играть, но зато думать. В этой игре надо думать, да? Я знаю, что ну, пойдем, надо думать. Пойдем лицом накатить. Пойдем. Ну что, Даня, как чувствовать вкус поражения в своей же сфере? Грустно, грустно. Но терпимо, да? Но в следующий раз я выиграю. Стоп, не понял, смотри. Ты видишь это? Что это такое? Ребят, надо исправлять. Не надо так делать. Надо делать так, Даня, пойдем исправлять. Пойдем. Я сейчас ее так исправлю. Пойдем исправлять, смотри, посмотри на нее, посмотри, давай. Исправляем, еще немножко. Правильно. Смотрите, сработало, смотрите. Вот так надо исправлять, ребят, надо исправлять. Все сделали так, быстренько. Сейчас свернули видосик, пауза. Сделаем вот так. И продолжаем. Ну что, Даня, готов проиграть еще раз? Я не проиграл, сейчас я... 100 тысяч миллионов процентов выиграю. Ты же даже не знаешь, какое задание тебе ждет. Да мне все равно, я все равно выиграю. Ладно, Даня, задание заключается в том, кто сделает быстрее 2 кило, тот и победил. А следовательно, кто сделал меньше, выполняет челлендж. А знаешь, какой челлендж? Ну, давай. Тот, кто сделает меньше, наденет на себя 20 верхней одежды. И будет сидеть так 2 раунда. Прикинь, как это будет жарко. Это жарко будет. Так что я должен по-любому выиграть его. Он так уже говорил 2 раунда. Давай, погнали. Тут я тебе покажу мастерство. Ну, сейчас я покажу тебе мастерство. Так, много самолетов. Аккуратно, у меня уже есть опыт, не влетает в кучу самолетов. Плохо закончится. Алексей Вячеславович, не надо, пожалуйста, не надо. Тачивай его. Тяни. Нет. Саня, не уходи, пожалуйста. Нет. Саня, я тебе куплю чипсы, Санек. Алекс, Санек. Кладя руку на сердце. Прости. Меня врезались, но я убил одного. Да Саня вообще не хочет падать, я его столько раз попал. Нашел. Еще один жертв. Критическое попадание, Саня. Саня, подбейся, пожалуйста. Саня, падай. Саня, не падай. В смысле помощь в уничтожении? Успею. Почему такой быстрый? Да! Ну что, Леха, идем одевать 20 шмоток? Нет, не хочу. Нет, надо одевать. Я не хочу. Всё, Лёха, погнали. Тебе просто повезло. У меня все киллы стилили. Да, просто да. Все. Я уверен, вы на записи все видели. И, ребят, я уверен, что вы за меня бы проголосовали. Напишите об этом в комментариях. Я прав. Мне кажется, он не прав. Все, пойдем одевать тогда. What's up? Я Джунэн Лидерлен из Африки, и мы проверяем на нем новую коллекцию наших новых футболок от Юлермествас. И вы готовы, наша топ-модель? Да. Давайте, надевайте все эти футболочки, и мы будем вас фоткать со всех ракурсов. Хорошо. Вы будете обложки нашего журнала. Бандины снились. Окей, гайз. Приступим. О, да вы просто восхитительны. Вы просто модель. О, да. Просто эти великолепные наряды просто сводят нас с ума! Это просто восхитительно! Шедевр, белиссимо! Мне жарко! Выходи из образа! Ты! Жюльмень Бальбен! Я справился! Мне очень жарко, и я еще буду играть в нем целый раунд! Кстати, если хотите приобрести наш хороший... Так, реклама запрещена, идем дальше. А, капец, мне жарко. Ну, Леха, ты не расслабляйся, так как в следующем раунде тебе опять придется попотеть. В моем задании ты должен будешь пробежать 10 кругов вокруг столба. Еще сделать 10 бёрпи. Ты готов? Даня, я больше не проиграю. Тебе так кажется, так что... А какой челлендж у нас? А у нас собрать больше всех очков. Каких, солнцезащитных или обычных? Надо в игре собрать больше всех очков. А, ну тут у тебя нет шансов. Ну, посмотрим. О, блин, городюк. У меня очень медленный танк, Даня, ты проиграешь. Да? Я не проиграю. О, ну все, деревья. Я всегда, когда играю за танк, я не могу не сбивать все подряд. Па. Ясно, забор. Ой, ты нашел.
чувакам. Цель не была повреждена. Ты прикинь? Что? Отведи меня, портали по-братски. Моль, накрюкнуть. Ой-ой-ой. Я, а ты знаешь, то, что у меня очко больше, чем у тебя? Да. Да. Блин, жалко, что остался последний танк. Я так по-тупому мыслил за первом раунде. Это было вообще бред. Тебя убили? Нет, ты не сможешь, Нет, ты как? Это... Конец? Я танк. А я постреляю. Давай, Лёша, взвесём вдвоём. Тот, кто не кинул. Бам! Вот это красиво было! Там еще один, там еще один где-то. Ой, я попал, Иди. Ты отойди. Я тебя пропиляю сейчас. Лёша, что ты делаешь? Это война, братан. Это война. Это ничего. Все, я проиграл. Бам. Лошара. Вот, вот. Расслабился на одну секунду и убили. Ты проиграл, я говорил, что ты будешь бегать. Я... мог проиграть только один раз. И то тебе просто повезло. Ну, в этом хоть какие-то есть плюсы. Я чуть-чуть похудею. Везде ищет плюсы. Погнали. А я же говорил, что отыграешь. Ты готов пробежаться вокруг слаба 10 раз и сделать 10 разбега? Я включаю силу Соника Икса. Ну, раз, два, три. Погнал. Так медленно. Быстрее. Сейчас включу флэша. Еще один раз. Даня, сюда, быстро. Подвигай. Как ощущения? Изи, просто даже не задыхаться. Позанимался зато спортом. Да. Ребят, стойте, стоп. Стоите. Тогда присядьте, потому что у меня есть наикрутейшая инфа для вас. Послушайте ее до конца, ведь в конце будет еще и крутой подарок от меня. Итак, ребят, War Thunder — это онлайн-экшен о битвах на земле, в воде и воздухе. В ней можно кататься на танках, летать на самолетах и вертолетах. Ну и, конечно же, сражаться на кораблях. Причем техники тут очень много. Начиная от классических бипланов, первых танков, до последних реактивных самолетов и боевых машин. Технику можно прокачивать, улучшать характеристики, ставить крутейшие модули, вроде самонаводящихся ракет, динамической защиты и тепловизоров. А их можно разными цветами разукрашивать? Конечно можно, это же War Thunder, тут можно все. Можно даже настроить внешний вид своей техники, украсить броскими скинами и декораторами, чтобы выделиться на фоне других игроков. Основой в обновлении появились уникальные игровые механики. Одна из самых детализированных карт и улучшенных эффектов взрывов. А еще добавить себе то, что War Thunder не требуется мощный ПК. Это очень круто с такой графикой. Так что качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. И залетайте, получайте обещанный в начале подарок. Это, кстати, специальный бонус у меня для легких побед. Ну что, давай, кто сейчас проиграет, обольем его холодной водой с автоматов. Сюда ты же реально помыться захотел? Он сейчас помоется. А какой челлендж в игре? А давай кто-то дольше проживет. Ну, тут уже у тебя точно нету шансов. Даня, готовься. Ты как раз грязный весь, в муке потный, воняешь. У меня, кстати, изо рта не воняет. Еле желток, по-любому не воняет. Это он просто придумал. А от него так воняет, что ему точно надо принять душ. Все, тебе конец. У нас один танк и одна попытка. Надо кто больше проживет из нас двоих. Ты готов? Тебе конец. В выживании мне нет травм. О, я тебя обогнал. Ну, это хорошо. Но ты меня не догонишь. Лети, Даня, лети как птица, как ястреб. Я просто... Даня, я у тебя почти догоняю. Даня, я тебе почти догоняю. Вот не то, что осталось. Прям на меня идет, прям на меня, ребят. Пожалуйста, убьют. Нет. Иди нафиг. Да, успи. Я чуть не умер. Чего не вижу. Я сейчас один захвачу эту целую точку, понимаешь? Да. О, и я захватил один, в одиночку, типа зону захватил. Это было изи. Но я в него сейчас попаду. Попадание. О, да. Я попал по нему. Красава! Второго убил, понимаешь? Просто на изах. Просто. Все, разогрелся. Точно разогрелся. Убей всех здесь. Дай покажи, кто тут самый крутой. Дай, покажи. Давай 4 чуваков 100 баксов. 100 баксов? Мне попали, когда ты это сказал. Откуда? Попал. Он прям сюда заезжает. Прям в пушку. Умри. Нет. Прям на меня идет. Ну нет, ну пацан. Братан. Нет. Я сказал же нет. Я не убил?
Нет. А, я говорю. Все, это походу капец. Что, Надя, вообще, да, все очень плохо. Меня не могут убить. А у меня... Ну нет. Блин, меня тоже убили. Меня после тебя убили. Но это после тебя. Я не собирался вообще выигрывать в этой игре. Мне главное было тебя выиграть. 100 баксов, да. И 100 баксов, и наказание. Но зато схожу в душ. Надо чем-то искать свои плюсы. Красава! Вот так и надо жить. Вот так и надо жить. Ну, блин, 100 погнали, баксов. Погнали обливать тебя. Погнали обливать. Пойдем. Ну что, Надя, готов все кассы житься? Я не готов. Не хочу. Она холодная. Ну ты проиграл, Даня. Ты проиграл. Она холодная, ребят. У нас был челлендж, уговор. Ты проиграл, и поэтому... Руки вверх, Даня, руки вверх. Кстати, Даня, по секрету скажу. Даня, иди сюда. Это война, Даня, была. Ты проиграл. Твой танк оказался слабее моего. Самолеты лучше всех. Ладно, пощадим, а то это некрасиво будет, да? Давай мы быстро завершим, я тебе просто один выстрел в голову. Можно? И мы закончим. Ладно, давай. А, Леша, мальчик! Леша! Плохо там! Ну ты проиграл, но он выполнил челлендж, молодец, не сдался и не вышел с вами. Кстати, ребят, еще раз напомню, качай Вартандер по ссылке в описании, там вы и бонусы клевые получите, и бесплатную игру скачаете. А мы с Даней идем играть в следующий раунд. В этот раз я точно выиграю. Он думает, меня выиграет в этот раз. Даня, знаешь, почему у тебя нет шансов в следующем раунде? Почему? Потому что у нас сейчас самолет, а в самолетах тебе нет шансов. Я тебя разнесу и так, и на самолетах, и на кораблях. Смешно. Ребят, еще знаете, что помню? Видите эту штуку? Вот, смотрите. Надо делать вот так. И все будет клево. Ребят, а с вами мы увидимся совсем скоро. Всем пока!